Приветствуем вас на канале семьи Савченко. Добрый день! Сегодня четверг, 18 февраля, и сейчас Лёша в рейсе, и он позвонил, что он будет проезжать мимо дома. У него такой сложный рейс, там с одного места в другое перегружаться, загружаться. И мы сейчас с детками поедем, привезем ему такой небольшой ужин, обед, в общем, что-то, чтобы он мог поесть в дороге, никуда не заезжая. Вот мы готовим некоторые фрукты здесь, бутерброды, и сейчас поедем. Сначала пожарим Лёшин любимый хлеб. Это немецкий хлеб, мы покупаем его в магазине, который называется Aldi. Такие длинные, вот такие куски. Я их хорошо жарю, вот Лёша любит вот такие вот горелки. И хорошо бы было с двух сторон горелки. И вот такой паштет покупаем. В этот раз у нас не оказалось сыра, к сожалению. Лёша любит вот такой вот бутерброд. Пожаренный хлеб, масло, такой вот паштет и еще сыр сверху. Ну, сыра у нас не оказалось, к сожалению. Так что в этот раз будет простой бутерброд с паштетом. Заворачиваем каждый кусочек в полиэтиленовую пленку, чтобы удобно было за рулем так вот взять один бутерброд и достать. Джинал одевается. Джинал, куда ты едешь? К папе. К папе? Сапожки уже одела? Да. Кити тоже одевается, молодец. Смотри, это моя куртка. Давайте скорее-скорее одевай куртку. Пока детки одеваются, я делаю еще чай. Вот в такой вот термос. Он берет с собой, конечно, пару ложек сахара, крепкую заварку с каким-нибудь малиновым вкусом. Заворачиваем хорошенько, закручиваем и вперед. Ангелина, что ты несешь? Это папин фуд. Папину еду? Да. Все готовы и едем. YouTube-канал «Семья Савченко» предлагает вам не только подготовленные видео, но и возможность распечатать в PDF-формате уроки английского, слова, песен с аккордами, уроки, игры на синтезаторе, рецепты. И это еще не все. Мы приготовили для вас еще больше подарок, предоставляя вам возможность скачать в MP3-формате все уроки английского языка, песни, музыку. И все это совершенно бесплатно. По вашему расположению, желанию и возможности вы можете поддержать развитие нашего канала на сайте savchenkofamily.com/ru. Спасибо вам за ваше понимание, расположение и поддержку. Спасибо всем, кто смотрит наше видео. Вот мы продолжаем ехать и подъезжаем к тракстопу. Это такая большая заправка и такая большая территория, где паркуются траки, вот такие огромные фуры. Особенно ночью, это стоянка полная траков, люди приезжают сюда и отдыхают, ночуют здесь. Вот сейчас только несколько траков здесь стоит. Вот красный трак, это Лёшин трак. Ждет уже нас, пока мы подъедем. У него несколько минут всего время, поэтому всего ненадолго увидимся. Девчонки, мальтиски. Давай, Екатериночка. Ой, спасибо. Яблоки. Ой, а? Там яблоко. Яблочко. И бутерброд. И бутерброд. Три. Спасибо. А, не три. Маленькое спасибо тебе. Ма. Это в камеру не попало. Все, Маргариточка. Все, детвора, давайте. Спасибо, Лидочка. Ага. Ты просто мне подарок сделал. Спасибо большое. Повстречались, увидались и вперед опять Лёша в дорогу. В дальний рейс. Посигналил нам. И сейчас мы посмотрим, куда же он там дальше поедет. На улице у нас уже вот пахнет весной. Снег начинает таять. Поэтому вокруг много грязи. Ну, сегодня только еще середина февраля, поэтому может еще много нового снега насыпать. Вот такая вот работа у моего мужа Лёши.
Так что вот так вот мы видимся иногда на неделе, а в конце недели, уже в пятницу, он приезжает домой. И уже остается вот буквально 2 дня всего на семью, на жену, на детей, на всякие подготовки к поездкам, записи английского языка, записи уроков на синтезаторе. Ну, мы рады всем нашим друзьям. Спасибо, что смотрите наше видео. Подписывайтесь, приглашайте ваших друзей, оставляйте ваши комментарии и приходите к нам еще. До скорых встреч. Пока.